Ханты-Мансийск готовится к очередным биатлонным стартам. С 27 марта по 5 апреля в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко пройдет чемпионат России. Сильнейшие спортсмены страны поспорят за награды в 5 дисциплинах. Первая из них – индивидуальная гонка – состоится 29 марта. Также биатлонистов ждет спринт, пасьют, масс-старт и эстафета. Отмечу, что в рамках всероссийских соревнований пройдут альтернативные для спортсменов, не получивших приглашение от МОК на Олимпийские игры в Пхёнчхане. В их числе югорчане Алексей Волков и Дарья Вералайнен. К слову, официальным хост-бродкастером гонок станет телерадиокомпания «Югра». Она будет формировать сигнал не только для нашего региона, но и телеканала «Матч ТВ». Напомню, буквально неделю назад наш телеканал вел трансляцию международного кубка IBU. Мы стали первыми в мире, кто показал в прямом эфире новую дисциплину в биатлоне – суперспринт.